Приветствую! Данное видео не только для истинных любителей бритвенного клинка, но и для тех, кто любит приложить руки. Вы уже, наверное, поняли, да, о чем речь. И я вам хочу сегодня предложить отдельно клинки бритв. Смотрите, там дамаск просматривается. Это специальный такой сатин был изготовлен, чтобы дамаск было видно. Вот так его видно. Вот. Прям даже вот тут вижу на мониторе. Думаю, что у вас это будет тоже видно. Можно было сделать более зазеркаленный такой вариант, но дамаск бы не просматривался. Как же мне его еще показать с другой стороны? Вот. По немногочисленным просьбам с прошлого обзора всего лишь было их три. Три желающих, кто хотели бы приобрести именно отдельно вот клинки за полцены, а это реально полцены от готовой бритвы, то пожалуйста. 3016 слоев. Подвод, смотрите, если будет видно, конечно. Так, где тут? Надо, наверное, какой-то отблеск поймать. Ага, вот, наверное, видно. Как отыгрывает тончайшая кромка. И это здорово. И это при всем. При том, что есть 75% клин. Это не полная выборка, это не половина, это 75% клин. Понимаете? С такой подводочкой. Точно такой же вот моделька клинок. Но они точно такие же быть не могут, просто по размерам, форме. Вот смотрите, как дамаск просматривается на полотне. Специальный такой сатин сделал, который именно показывает этот рисунок без травления. Вот. Да, сейчас вам покажу. Ну-ка, надо отблеск какой-то, чтобы вы видели разницу вот эту. То есть затачивать его будет просто. Конечно, изоленту нужно на бушок будет наклеить, чтобы пока стачивается кромка, не стачивался бушок. Вот такой еще клиночек французского типа. Сейчас я вам покажу, как дамаск проявляется здесь. Без травления проявляется. Вот. Конечно, не стоит его на тысячном камне затачивать. Хотя, если он очень мягкий, этот камень очень мягкий, то можно. Сейчас я вам опять покажу. Как отыгрывает. Ох, не слетело бы только на палец. Это вот широкие все клинки идут. Это тоже широкий. Так, покажу. Полотну. При всем при этом отыгрывает. Это прям реально большой клинок такого немецкого типа. Сюда хоть два пальца убирается, хоть один. Также у всех клинков 75% клин. Это вот узкий, вот здесь вот затер маленько, сейчас вот залапал, я хочу сказать. Сейчас это будет все поправлено, протерто после обзора. У меня раньше на сайте был такой раздел, именно вот отдельно с клинками. И я его просто заново сделаю доступным. Это вот миниатюрный клинок английского типа. И по кромке. Она, конечно, более жесткая кромка. Но также, как же показать, все-таки, вот видно, как она отрабатывает. То есть, также тончайшая. И что я хочу сказать? Я, в принципе, буду максимально счастлив, если кому-то пригодятся вот такие варианты. Без оправ, без заточки. Почему я буду
искренне рад, потому что у меня реально не хватает на это времени. Почему я вот и решил прислушаться к всего-то к нескольким просьбам. И для меня это еще примерно неделя работы. Такой вот аккуратной, хлопотной работе. Готов отдать данные кринки реально за полцены. Понимаете, допустим, если это бритва там 35 тысяч, делите пополам. Если на 32 тысячи была бы в готовом состоянии, делите пополам. А уж найти какой-то материал, там, к примеру, вот на оправу, не знаю, заточить, я считаю, что очень многие смогут это сделать. Потому что очень много людей именно с прямыми руками, растущими в нужном направлении. И вот тут я больше чем уверен, что таких людей много. И это для вас. Конечно же, если это никому не пригодится, и они залежатся, то когда-нибудь я их все-таки соберу в оправы и заточу. Но, сами понимаете, цена будет уже другая. То есть исполнение оправы будет именно такая, какую я захочу. А никакую, может быть, видели бы вы. Поэтому смотрите, думайте, решайте, иметь или не иметь. Все сказал. Остальные там нюансы, размеры и прочие я укажу на сайте. И надеюсь, мы еще увидимся. До новых встреч.